Дорогие друзья, с вами сегодня, как всегда, Кофи и, конечно же, Алекс Фокс. И сегодня мы продолжаем строить замечательные вещи, ну, или почти замечательные вещи, в такой игре, как Trailmaker! Хей, братишки! И, друзья, да, сегодня очень много было комментариев по поводу того, что строить нам, конечно же, в следующей серии, да. И большая часть бы голосовала за вертолет, друзья. Я уже почти каждую просто серию в комментариях вижу, что надо построить вертолет. Вам 100% надо построить вертолет. Поэтому, друзья, сегодня именно этим и будем и заниматься. Да, мы пока еще понятия не имеем, как это делать. Но, надеюсь, по ходу строительства мы поймем. Надеюсь, это не будет как с танками у нас получилось. То, что у нас все время шло как-то не по плану. Вот, надеюсь, то, что сегодня все у нас будет нормально. Сами, вот там как удобно было, да? Да, Летер, ё-моё. Ладно, ребят, все. Не забывайте писать в комментариях и предлагать, что нам построить в следующей серии. Потому что ограничений у игры практически нет. Построить можно все, что угодно. Вот, поэтому только поэтому от вас зависит, что нам строить в следующей серии, поэтому не забывайте предлагать это в комментариях. Ну и пожелайте нам удачи, ну а мы погнали! Погнали! Ну что ж, дорогие друзья, все, наше время закончилось, хоть оно и безгранично, но все равно мы устали уже строить, поэтому показываем то, что у нас получилось. И надеюсь, это взлетит, да. Вот, потому что мы долго не проверяли, потому что. Давайте, Александр. У меня взлетит в любом случае. Хорошо, давайте. Вот давайте. Я хочу посмотреть на то, что вы построили. Давай. Я очень сильно хочу на это посмотреть. Это что такое? Оп, взлетело! Это что такое? Это ну, он реально летит? Подожди, да, а он взлетает? Нет. В смысле? Нет, Сань, ну, у нас же было правило. Но он взлетает. Ну он взлетает, но это раз вертолет, ну Саня. Ладно. Ну что, ладно. Ну что это такое? Не, ну что это реально такое? Это вообще, по-моему, ну типа, хоть это и вертолет, но это какой-то, ну не тот вертолет. А это что такое? А вот это взлетает. Классно, подожди, давай еще раз попробуем. Что? Что это такое, Сань? What the fuck? Это смотрите вертолетик. Так, ладно, все, давай я покажу то, что я построил. Вы не поверите, друзья, но на это реально ушло очень много времени, потому что каждый раз что-то перерабатывалось, переделывалось постоянно. Не знаю, потому я что. Так, Александр, давайте, пробный взлет. Сходил. Пробный взлет. Так, смотрите. Оп. И стой! Стой! И все. Стой! Подожди, блин, подожди, стой. Надо понять, как он. Как это все правильно работает. О, так, подожди. Крыло полетело. Не, все нормально, смотри, сейчас, подожди, стой, надо выровнять. Не, стой! Так, о, нифига, я даже... Тихо. Сань, ты прикинь, смотри, я даже не разлетелся на кусочки. Я лечу! Ладно, я понял. Так, надо заново. Ребят, просто реально проблема большая с весом, потому что то его много, то его... Спасибо большое. Кстати, я-то еще живу, Сань. Я еще могу вот так вот, смотри, я могу еще стрелять. Брейкданс танцую, нижний вот такой, смотри. Но мой вертолетик ты никогда не выиграл. Не, ну понятное дело, я и не пытаюсь. Так, подожди, стой, надо самое главное просто контролировать его. Контролировать этот полет. Он меня закидывает его постоянно назад. Я сколько... Вот этот вес, он реально уже начинает бесить, ребят. Потому что сколько раз я сейчас пытался переделать, перестроить как-то и так далее. Уже по максимуму просто пытался убрать какие-то детали. То мало, то много, то еще что-то не так. Так, Сань, поэтому ну, я подожди. Психанул, создал такой маленький. Так, подожди, стой, дай. Вот, смотри, вот, вроде сейчас не закидывает. Вот сейчас, тихо. На двойной, куда залетели-то, а? Вот, смотри, вроде нормально держится. Сань, смотри, давай кто выше поднимется, Сань. Давай кто выше на месте. Да, нет, стой! Сальтуху! Ну понятно.
Прям под воду улетел я, господи! Не, ну это сложно, ребят, реально, вот вертолет был построен, это была одна из самых, наверное, сложнейших построек за последнее время. То же самое с танком, тут вот непонятно, как все равно все это работает. Вот давайте я, например, сейчас уберу вот это и вот это, и смотри, теперь меня будет закидывать вперед. Вот теперь... Вот, про что я и говорил. Вот, ну вот, ладно, вот тут так, хотя бы... Вот, вот так, так, вот, во, ну, вот так, давайте вот. Нереально попробуем сейчас, как бы, попробуем просто взлететь максимально вверх и посмотрим, кто из нас... Я услышал бум. Да-д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 а. Это было близко, но я... Да, господи, ну встань ты уже нормально. Давай, Сань, я вижу то, что вы уже готовы к полету. Вот знаешь, типа... В смысле, я готов к полету? Или вы еще не готовы к полету? А что вам там менять можно? У вас там детали по пальцам посчитать можно. Давай, Сань, все, полетели. Давай, попробуем. Давай, готов? Ну у тебя реально забавно такой вертолет. Три, два, полетели. А, подожди, стой, давай заново, фальстарт был, давай заново. Давай, три, два, один. Все, полетели. И... О, я, кстати, быстрее. Я быстрее сам взлетаю. Так, ну-ка, давай это. Блин. Я хочу попасть по тебе. Опа, на! Так, ну слушай, пока выше всего поднимаюсь я. Ну-ка, я еще буду пробовать стрелять по тебе, я еще пушку поставил, чтобы это, чтобы хоть как-то можно было защитить себя. Но я пока поднимаюсь выше. Так, а как вы так резко взлетаете-то наверх? Свободно в кольцо. Видишь, Сань, видишь кольцо, которое между скалами? Вот там свободно пролететь? Вот давай, 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 давай. Давай, наша задача пролететь в кольце и не разбиться. Вот давай попробуем. Так, это сложно. Да, это очень сложно, ребят. Это очень сложно, но вроде. Ну, у тебя вообще должно быть все просто, он у тебя маленький. Так, вот так, стой. О, а теперь дальше, стой. Полетели дальше теперь. Стой, Сань. Ты разбился. Да. У меня не получилось. Ну, слушай, да на маленьком твоем, конечно, проще это сделать. Но я не по... Я просто так не успокоюсь, пока не выполню этот челлендж. Меня еще и в бок, по-моему, как-то закидывать теперь начинают. Так, отсюда. Так, во-во-во-во-во-во! Да! Пролетел! Отлично! Так, Александр, вы там взлетаете? Давайте полетаем еще немного, поизучаем. Слушай, тут есть еще это. Во, я придумал еще один челлендж, где нам с тобой нужно 100% пролететь. Так, я вот сейчас еще на... Вот, отлично. Еще одно кольцо преодолел. Найс! Ну, а смотри, Сань, тут есть такой небольшой туннель. Наша задача пролететь сквозь него. Получится, а? Как думаешь? Какой туннель? Ну, вот летите сейчас ко мне, вы сейчас поймете, про какой туннель я вам говорю. А я... Вот, смотри, разворачиваемся. Вот этот туннель, Сань. Нам всего лишь надо просто пролететь там. Вот всего лишь надо попробовать пролететь сквозь него. Как думаешь, получится, нет? Я сейчас на каком-то другом вертолетике. Так, подожди. В смысле на другом вертолетике? Так, погоди. Давай. Найс. Хорошо получилось, да. Я чисто повернулся на тебя в тот момент, когда ты это разбился маленечко. Александр, нет. Да, господи, да что ж ты такой-то это, а? Давай поаккуратнее. Да иди ты! Да, блин, вот я тоже я на кайфую. Самом деле. Не, я радуюсь то, что, тому, то, что у меня хоть не каждый раз при аварии он разбивается. Это прям реально радует. Это был не потому мой что, вертолет. Ребят, вы не представляете, сколько это краш-тестов я прошел во время того, как мы это все делали. Я реально пытался сделать так, чтобы он хотя бы взлетел и хоть как-то немного управлялся. Вот, потому что механизмы, каждый раз мы познаем что-то новое в игре, и для нас все это в новинку. То есть мы никак не тренируемся перед записью, мы это начинаем делать с самого нуля. Александр! Остановите машину, мы вас преследуем. В смысле, на какой машине? Я не двигаюсь. Вы арестованы, блин. Я вас поймал, Александр. Все, вы арестованы за кражу вертолета, понимаете, да? За кражу твоего... За кражу сердечка, да. Все верно, друзья, это был намек на лайкосик. Все верно. Так, Сань, давай доставай вертолет свой и полетели дальше. Блин. Так, еще раз. Попытка. Так, Сань, что с вами происходит? Кстати, ребят, заметьте то, что сервер сегодня еще ни разу не лагал, хотя вроде, должно было. Сейчас будет лагать. Подожди, стой. Ты что-то хочешь поставить большое, громоздкое что-то? Не-не-не. А что? Так, хорошо. Но она скачивается долго. Ну че, Сань, ты уже нашел там что-то нормальное в мастерской? Да, или... вот, все. Стоять, да, это... Все. Подожди, стой, это не вертолет, сосите, стой, подожди, куда я ты полетел? Так, Сань, вернулся быстро сюда на место, сказал, быстренько вернули. Я проверить, что там в небесах. Да что за ракету, мы вообще-то должны будем в следующих сериях это строить. Так, подожди, а как мне... А, все, я забыл, да. Можете плавненько приземлиться и вернуться, пожалуйста, Александр. Нет. А где вы вообще там летаете? Ё-моё, подожди, ты реально как сейчас путь...
Ты как это делаешь? Ты... Это чё... Это чё за читы были такие только что? Так, Сань, ну хватит... Нифига! Бля. Так, смотри, Сань, я тоже умею сальто делать. Смотри, Сань, смотри, я тоже умею сальто делать. Сейчас так повыше поднимусь немного. Смотри. Оп! Смотри, опа, на! Тихо. Видал, сальтуху намутил? Сань, доставай вертолет, у нас дальше впереди ожидает еще куча всяких веселых чудес. Кстати, смотри, что я поставил на вертолет, смотри, что умею делать, видишь? У меня теперь дым такой идет, типа, сзади. Видишь? В цвет градиента. Да в смысле нет, если... Серьезно, не видно? Так, ладно, Сань, бери вертолет этот свой маленький, да? И нет. Смотри, короче, челлендж какой. Надо залететь где? Вот в эту трубу. Видишь вот эту трубу? Вот давай, я специально подожду тебя, чтобы ты поднялся и увидел то, что находится внутри. Вот, но как бы внутри ничего нет. Но нам надо залететь в трубу аккуратненько и вылететь. Вот там, видишь, там есть снизу небольшой такой разрез. То есть я, по идее, думаю, то, что нам должно хватать места, чтобы вылететь из этой щели. Вот, поэтому должны попробовать, Сань. Мы должны с тобой это сделать. Вот, поэтому давай, это наш... Чё так долго поднимаешься? Я взлететь не могу. Ты что это такое вообще? Вот, смотри, видишь, надо сделать вот так вот. Надо спуститься вниз. Ты серьёзно, ты уже... Тихо. Смотри, я целенький приехал. Тихо. Ага, так любой можно сделать. Так, тихо. Нет! Спокойно. Осталось совсем чуть-чуть. Давай. Оп, да! У меня получилось, Сань! У меня получилось. Да, я вижу, как у тебя получилось. Так, а теперь смотри, там у нас, по-моему, мосты были какие-то вот здесь. Теперь надо над мостами пролететь. Давай, у нас должно... А, не, во-во! Я придумал, смотри, видишь вот это ущелье, Сань? Вот давай пролетим вот тут сквозь. Я вот уже это. Пролетал на нем. Так там было не... Ну, ладно. Согласен, мы это уже делали сегодня с тобой, поэтому... Смотри, вот здесь, давай вот над мостом. И тут как раз-таки кольцо, и надо просто вот тут вот пролететь. Так, аккуратно. Я не видел, где ты это проходил? А, ты докажешь. А, я вижу, что ты разбился, Сань, вообще. Нет. А ты не видишь, что вертолет целенький стоит? У меня вообще-то заснят все. Вертолет целенький. Я вообще смотрел это время на... Целенький, я знаю, что целенький. Ну, вы-то разбились и заспавнили вертолет, понимаешь? Александр, я нашел самую узкую щель, куда нам 100% с вами надо залететь сегодня. У меня вертолет будущего. Сань, смотри. Сань, это не вертолет! Сань, иди сюда! А ты докажи, это вертолет Сань, будущего. Сань, ты можешь подлететь ко мне? Я просто... Да, вот я. Смотри, видишь вот это ущелье, Сань? Видишь вот эту вот маленькую щель? Подожди. Чё? Вот ты вот на своем бумаленьком там на изи пролетел, а я вот не знаю. У меня-то побольше. Так, спокойно! Сука! Так, ладно, немного двухмысленно прозвучало на самом-то деле, да? Я только сейчас понял про это! Тихо. Не обращайте внимания! Не, ну это прям какой-то вообще супер невыполнимый челлендж. Я, возможно, думаю то, что можно как бы это сделать, но, ребят, не в наших руках, как бы, да? Мы немного криворукие, поэтому у нас вряд ли получится это сделать. А ты на чё? Кстати, дай полетать на твоем вот этом маленьком. О, ладно, не обращайте внимания, потому что это снова прозвучало немного двусмысленно, как бы, вот, да. Сань, ну дай уже, пожалуйста. Ну да, да боже! Да почему? Почему подбираются именно такие слова? Вертолет предоставьте, пожалуйста, свой, Александр. Я хочу реально прокатиться на нем. Вот, вот, спасибо. А вы можете, кстати, затестить мой. Спасибо большое, спасибо. Так, а как им управлять? Просто спейс? Да. Серьезно? У меня теперь новая игрушка. Здрасте. Обожди, я вас догнать и могу, все. Нет? Я улетел. Подожди, ну слушай, сделано на самом деле круто. Знаешь, ничего лишнего нет. Подожди, а как он... А он высоко не взлетит, да? Он типа высоко не взлетает. Понял. Он может взлететь, он может взлететь высоко. Ну что-то я не вижу. Как ты это делал? Подожди, стой. Как он высоко? Я просто пробел зажимал. Удерживание, только пробел. Так типа... я так это и делаю! Эской немножко тоже, чтобы он... Не... Видишь, у него получается... А нет, да, теперь W зажимай. А, типа SW. Я понял, Сань. Все очень сложные механизмы у моего замечательного изобретения. Я старался прям чётенько упасть именно на вас. В общем, друзья, я надеюсь, то, что вам понравилась эта серия. Правда, то, что мы сегодня строили, так, за него Олег, у нас, Олег, правда, Олег, очень Олег, много Олег, времени, садись, поэтому... Садись. Олег, Олег, садись, куда? Ко мне. Куда? Ко мне сядь. Ты же доверяешь мне? Садись. Подожди, стой. Чего? Как это могло произойти? Садись ко мне. Ладно, хорошо, давай. Я доверяю вам, Александр.
Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, то, что мы не разобьемся, надеюсь, то, что вам понравилась эта серия. С вами сегодня были, как всегда, Кофи, Алекс Фокс. И, ребят, не забывайте предлагать в комментариях, что нам построить обязательно в следующий раз. Кстати, можно и построить ракету какую-нибудь, согласны же, да? Да-да-да. Вот, а то Александр ракеты, уже несколько раз подряд говорил, ну давай уже ракету построим какую-нибудь. В общем, друзья, вы знаете, что нужно делать. Обязательно ставьте лайкусики, обязательно подписывайтесь на канал. С вами сегодня были, как всегда, Кофи, Алекс Фокс. Всем до скорой встречи, всем пока-пока. Пока, ребят.